Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy A05S. И сейчас я вам покажу, как войти в режим разработчика на этом телефоне. Итак, открываем настройки, опускаемся в самый низ и переходим в сведения о телефоне. Здесь выбираем сведения о ПО и нажимаем несколько раз в номер сборки. Вводим пароль. Режим разработчика включен. Теперь, чтобы посмотреть настройки, которые доступны для разработчиков, возвращаемся в главное меню настроек, опускаемся вниз и нажимаем «Параметры разработчика». И здесь есть все интересующие вас настройки. Для того, чтобы выйти из этого режима, переключаем тумблер. Выключено. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!